стоит за такое? Опа. Ну, друзья, первая рыбка. Да, причем для марвого очень даже замечательная. Такой вот крупный окунь. Как раз обновил новый подсак. Сейчас попозже я расскажу. Значит, бросал я, наверное, минут 30, даже больше. Ставил груз 4-5 грамм. Ну и твистер там 1,6, наверное, от Вакиджон. Еле-еле щипит. Вот нападение еле-еле. В общем, надоело. И сейчас поставил 8 грамм. Это даже с превышением марвого. Но вершинка отрабатывает, тем не менее. И сразу пошли поклевки. Причем вот сразу ударил такой окунь. Вот представляете, 4 грамма и тот же самый твистер. Ничего, полчаса. Поставил груз больше, и все. И сразу поклевка. Ну, такой вот красавец. Самое главное, вот опять пробовал поменьше груз ставить. Не хочет. Вот быстрое падение, и все, идет поклевка. Медленный. Не хочет. Опа. Прям под водкой. Какой хороший. Лепота, июнь, на рыбалку плюнь, стоит жара, 30 градусов, завтра обещают сильный ветер, грозу, дождь, ну пока не видно, такое небо прям как хмарное, но жарко. В общем, решил записать обзор по ссылке из рыболовного магазина «Рыбалка Шоп». В этот раз заказывал по мелочам, буквально плетеный шнур, подсачек и 4 пачки крючков. Крючки с большим ушком для ловли на микроджиг. В общем, сейчас по порядку расскажу быстренько, уже что-то попробовал, ну и какие-то такие первые впечатления появились. Итак, друзья, прежде всего крючки. Значит, называются они Касадака Спун БН номер 8 и номер 2. А номер 8 это 17 мм, 4 штуки в упаковке. И старшая модель номер 2, значит, 26 мм, 4 штуки в упаковке. Я уже ловлю ими 1,5 месяца, было у меня много. Ну и, к сожалению, все порастерял. Пришлось на днях даже покупать овнаровские. Других у нас вот с таким большим мушком нету. В общем-то, расходный материал, видите, сами ловлю в таких вот корчах практически вот весь этот месяц. Неизбежно зацепы, ну и расходный материал. Дважды цеплял на толстом шнуре, удавалось разгибать. В общем, все попрямил, все хорошо. Приманка не слазит, рыба цепляется, сходов не было. В общем, за смешные там менее 50 рублей, я думаю, отличный вариант. Также, друзья, заказал шнур, называется он Daiwa G-Braid. Это восьмижильный шнур, Made in Japan, значит, ну да. 0,6 по японской классификации, 150 метров и 4 килограмма или 9 либров на разрыв. В общем, цвет мультиковор. Я уже оснастил свою катушечку. Это Касадака Мантикора Ультравайт В. В общем, что хочу сказать. Ну, этот шнур я много раз использовал. Ну, где-то нравится, где-то не нравится. Но, тем не менее, сейчас это самые доступные, я посмотрел. То есть, стоимость его где-то порядка 1500 рублей за 150 метров. Шнур кругленький, гладенький, не шумит, отличный вылет, рвется на узлах. Сегодня уже оторвал одну приманочку, зацепил там крепко. Ну, стоял у меня 0,8, здесь все хорошо, но тем не менее, все-таки для такой вот, чтобы именно передавать и прочувствовать снасть, надо шнурочек потоньше. Ну вот решил купить. Цвет мультиковор, напомню, но краска исчезает быстро. А так, в общем-то, все хорошо.
Ну и наконец, друзья, самая главная покупка, не самая дорогая, стоит 700 рублей, это подсадчик. Для чего мне такой нужен? Ну, подсадчики вообще у меня больная тема, часто теряю, часто сваливается, то за берег цепляюсь, иду с плавом. Вот недавно на этом пруду утопил еще один, жду, пока вода потеплеет, знаю, где лежит, достану. В общем, решил купить что-то компактное. Долго искал, увидел обзор у Андрея Бортникова. Спасибо, Андрей. Это... человек, который понимает хорошо в голавлиной ловле, в забродку. В общем-то, вот он рекомендовал, Андрей, купил по твоему совету. Что же мы имеем? Ну, во-первых, очень легкий. Выполнен из алюминия, имеется такая прорезиненная рифленая рукоять, чтобы не скользил в руке. Шнур такой вот гибкий, да, резинка. Сетка, ну, скорее всего, это капрон какой-то прорезиненный, в общем... крючки цепляются, ну, пока такие, не тройники, ничего об этом не скажу. Значит, габаритный размер его 70 на 35 на 40 сантиметров. Ну, прежде всего, это для забродной рыбалки, поэтому очень удобный для того, чтобы повесить вот за скобу на пояс, где-то за спиной. Я, к сожалению или к счастью, не знаю даже, долгие годы ловлю с берега всегда без подсака. То есть те подсаки, которые у меня есть, они большие, неудобные, и носить мне их стыдно с собой. Ну, а такой вот вариант можно всегда повесить на рюкзак. И, в общем-то, бывали случаи, когда надо было бы воспользоваться подсачиком. Но обычно я все-таки там щуку, голавля, жереха с берега я достаю всегда хорошо. То есть единичные потери, но тем не менее. Ну, а вот с лодки до недавнего времени, то есть я также поднимал рукой. В том году засадил в бедро два тройника со 30-го воблера. И, в общем-то, ну, стал я бояться брать рукой, нужен подсадчик. Ну, я думаю, такой вот можно щучку запросто завести. Сегодня уже попробовал даже крупного окуня, работал фрикцион. Мой марвел прям согнулся, три погибели. Ну, вот раз и все, и никаких проблем нету. Потому что бывает, окунь срывается как раз возле лодки. И, в общем-то, я думаю... для ловли голавля жереха будет вообще самое то. Заказать товары можно по ссылкам ниже данного видео. Но сейчас немножко поклевок. Я с вами прощаюсь, палец вверх. Всем пока. Неожиданно, друзья. Выключил камеру. Замотал уже все, поводок уперся в кольцо. Аж вон выплюнул рыбку. Поднимаю, он прям на поверхность выскочил и схватил. Вот такой вот окушок. Красавчик. Окушок. Какой настырный. Прям хватал. Такой, друзья, жадина говядина. Прям столько раз ударил. Веду шлеп.
Что себе аж лодку тащит. Судя по всему, опять. Опа! Еще один трофей. Кстати, друзья, проверял. Этот сачок какое-то время не тонет. Держится. Смотрите. Какой. Кто его? Щука. Наверное, вот зубы. Смотрите. И всего погнуло. Вот такой вот красавец. О. Что там такое? Ой, друзья. Ой. Вот она, друзья, сошла и в подсад. Видите? Вот для чего нужен подсадник. Навил. Шнурочек проверил. Подсак проверил. Друзья, сколько ловлю, первый раз щучка клюнула. В тот день, когда я купил подсак. А такой же вот она все почти сорвалась. Вернее, она сорвалась. Я думал, что мимо подсака, но попала. Сейчас. Поедешь домой. Сейчас. Да никогда. О. Вечерне. Уже все темнеет. Пора заканчивать, а я только-только начал ловить. Солнце село сейчас. Полчаса и темно будет. О. Марва в дугу. Это попёр. Такие, друзья, кушки. Тут, наверное, пяточек. Но отлично. Вот. Такие. Хорошие.